как и обещал, вернулся как можно раньше. Друзья, мы ждем по-прежнему пятого парня у команды Байкей. Прошу все внимание в игру и... даже не в игру, пока что, наверное, так повисим. Хотя можно, в принципе, и в игру зайти практически сразу же. Ну, что мы здесь видим? Вармап 40 секунд, в принципе, 4 игрока вот ВП здесь. Байкей пишут рейди, видимо, они все зашли, друзья. Ну, и я, наверное, все-таки сделаю то, что должен был сделать. Напишу Эркон и... оп, не то. Так, как же эта команда пишется? Сделаю. Нам, кстати, скоро должны сделать худ. В конце этой недели уже будем, наверное, как бы... заниматься этим во всей красе. И я надеюсь, что все будет четко. Ну а тем временем Virtus.pro Defense, байки и атака. Это будет knife round, скорее всего. Ну и мы с вами будем его смотреть прямо сейчас. Опа! Такая вот у нас интересная. Посмотрел на вас как в душу, друзья. Ну так что ж, давайте поставим, наверное, volume 0.2 и давайте смотреть за встречей. Итак, ну что, выбор стороны. Я, наверное, думаю, что Virtus.pro, в принципе, сейчас могут... ой, вот это вот, конечно, был рискованный шаг от Ангела, и он сразу за это поплатился. Минус от Адерна в ответку, размен от НПК. И, ну вот, тут жесткое месиво Байкей на самом деле устраивают. Я не знаю, будут ли они свапать. Да, просят свап ребята. Будет смена сторон, естественно, от них идет рестартик, и Эркон, опять у нас начинается вот эта вот штучка, тимнейм 1, байкей, и Эркон, я быстренько сейчас настрою худ. Тихо, так спокойно или стоп, что-то я не понимаю, что происходит. А, ну да, здесь уже первая пистолетка играется. Так, Эркон, МФ. Ну и вроде бы все окей, друзья. Ладно, все, ворвемся в Counter-Strike. Извиняюсь за столь пардонную задержку. Я просто болею за ту команду на ножах, чтобы за любую команду, чтобы никто не победил, на самом деле, потому что именно на ножах, вот после ножей, получается такое, что команда переходит, приходится дергать хуй сразу. Ну и здесь ситуация такая, что Адерн остается один. У Адерна пинг, опять же, напомню, соточка. Ему играть очень тяжело, но тем не менее он сумел уработать последнего МК, поставил хедшот, взял первый раунд. Фоксу досталась 7-VP-шка. И... первый раунд за Virtus.pro. Ну вот эту игру мы сегодня явно ждали. Я вот ее ждал, если честно, целый день. Здесь опять же показательный матч. Для Байкей это важная игра. Ну давайте по составам, наверное, все-таки пробежимся, пока эко раунд играется. И посмотрим, кто играет у нас за Байкей. Это NPK, Малекинович, Ника, Шайн и, конечно же, Липтон. Вот вместо Шайна, видимо, уже играет KLY. Шайна нет. А, нет, Шайн есть. Так, как стоп, кого убрали? МКЕ, по-моему. Нет, МКЕ, видимо, пятый. Или МКЕ, нет, МКЕ это вот Цебри, это я точно знаю, да, так его зовут, это, видимо, Кинович, а кто же тогда новый, или новых нет, ну окей, ладно, у Virtus.pro, Адрен, Кучер, Ангел, Доси, друзья, этих парней мы все прекрасно знаем, Фокс это с Доси точно, это вот братский Counter-Strike из России с любовью для французов сегодня. Ну и Virtus.pro уже доминирует как раз таки. Вообще про Virtus.pro разговоров много, но я считаю, что этот состав на международной арене в CSGO добьется успеха. Во-первых, у этой команды будет огромная поддержка, потому что есть армия фанатов. Во-вторых, это новая дисциплина. Ну и в-третьих, тут играет Адерн. Я не знаю почему, но я верю в этого парня. И мне кажется, что именно на лане этот Адерн будет урабатывать когда-нибудь американского Адерна. Кстати, да, в Соединенных Штатах Америки, друзья, в одной из команд есть... игрок тоже с ником Адерн, он сильный. Так, тут какое-то общение пошло у Адерна и НПК, непонятно, что происходит. Ну, Virtus.pro сейчас на самом деле будут удивлять французов, я вам говорю, потому что французы такие ребята, которые думают, что круче них на свете никого нет. Нет, они, конечно, так не думают, но тут может быть все что угодно. Для них состав Virtus.pro не знаком. Так, ну вот опять написал Ангел здесь такую штучку, на самом деле, и... сейчас будет какая-нибудь атака на сервер, не дай бог, друзья, не дай бог. Спалили. Все, поменяли опять пароль товарищи из ВП. Слава богу, спасибо большое, а то бы сейчас была атака какая-то. Хотя вроде как в закрытой тесточке сидят ребята. Ладно, что, здесь выход мид от ВП. Они, в принципе, там заходят ни в какое не в укрепление. НПК минусуют ковры, это инфа о больших песках для ВП. Проходят медленно на 15, как видим, оставляют Досю на 20-ке. Вместе с Адерном они в паре разыгрывают и... нет.
Стоп, адром 15, сори, Доси 1, значит, оставался. А что тогда Доси? А, Доси с песками стреляется, и тут уже пришла аркада на мид. Игроки защиты готовы туда ворваться. Да, пошел врыв на 15, Адрон дает вместе с Ангелом по минусу. Ника забирает Адрона, но тут просто ничего уже не мог сделать. Забирает девайс товарищ Ника, играет на чек сигарет. Сигарет пустая, никого не видит в песках. Увидел на планке кучера, так отцепил по голове. Неплохо, 2-2, ситуация француза создали, в принципе, давление, обратили на себя внимание. Сейчас задача команды Virtus Pro здесь не умереть. Влетает на плент Ника, минус 1, 71 кит против 20-ки, перестрелка, но Доси великолепен в этом моменте. Плюс армора спасает его в этой ситуации. Как видим, разменялись до одного. Счет 3-0, первый байт байкей, но у них там по деньгам зайти после этого эко должно было хорошо. Друзья, чат SL4M eSports, комментатор, группа в стиме, чат Киберарена ТВ, группа в стиме. Параллельно я читаю ваши комментарии. И вот спрашивают, ключей сегодня не будет. Сегодня, сори, нет. Сори, но сегодня нет. Так, спрей на большом пинге лучше, кто-то говорит. Искра здесь сжигает у нас опять. Так, ну а что тут? Мид, байкей, Шайен, так, Коли и НПК, звено. Вот, вот он, агрессивный дефенс, друзья, от французов на коврах, которые нам не показывали другие команды последнее время на Инферно. И он, в принципе, показал себя, поджали, дали минус на втором медле, забрали Фокса Досю, минус два брата акробата у Virtus.pro. И вот Адрону и двум игрокам из Украины придется сейчас вытаскивать все это дело. Напомню также, кстати, вам, что Ангел сейчас играет в Киберспорт-арене. У него очень-очень мощный компьютер, ему удалось выцепить. Вот постарались мы для него и... должен уничтожать. Давайте смотреть именно на него. Ну, МХО Ангел очень сильно переживает, на самом деле, по поводу CSGO вообще всего. Вот игра ему нравится. Но он боится, что пока комьюнити немножечко не принимает ее. Но игре должны дать шанс все. Тем более, это не самая плохая игра на свете, в которую могли бы нас заставить играть. Так что, все такое. Так, МКЕ. Вот он просто рвется сейчас на перекрестный огонь Ника, да, падает дым, и Virtus.pro, посмотрите. Вот флешечка хелп упала, МК сразу развернулся, занял церковь, а Virtus.pro сидят и ждут. Но они тут ждут что-то от Эмиля. Эмиль там на втором медле, в принципе, ничего такого не сделал, ложится дым 15. Вот сейчас, если Шайн даст инфу какую-то ложную, пойдет стяжка. Не, не пошла стяжка, это синхронная атака, по сути, на Б открывается Адрон вместе с Ангелом, он взлетает, видит Б3. Ну вот, Ника его, естественно, минусует, влетает МКЕ, но это минус Адрон моментально, также от Ника из-за Б3, МКЕ дает последний минус, кучеру на дуге, 3-1. Эмилю надо было, конечно, попытаться покачать французский дефенсик, но немножко не зашло. Ребята, есть уже видос, как настроить CSGO? Да скоро будет. Скоро будет и видос, и все остальное. Не переживай. Все на youtube.com/ssltv. Да, кстати, ребята, если вы пользуетесь Gmail, вообще услугами Google и YouTube, то прошу подписаться на канал youtube.com/ssltv. Именно там мы публикуем записи всех фактически трансляций, которые проходят в рамках Star серии, Star Ladder, в дисциплине CSGO и CS, если будем его освещать, ну... Именно там, друзья, вы сможете видеть в скором времени хайлайты, как только товарищи европейцы начнут делиться демками, потому что у нас с ними пока не получается нормально договориться. Они то забивают, то забивают. Так, ну а здесь Кэлэй, прием неплохой. Вот интересная аватарка у Кэлэй. Такая девушка. Ну вот если это женщина в составе у Байкей, то я буду только счастлив за этих французских парней, потому что кто-то... Хотя не, вряд ли эти бы французы взяли девушку себе пятый в состав, потому что с такими результатами парни, наверное, потом бы эту девушку заставляли бы делать что-то плохое. Не, они бы все бы валили на нее нормально. В команде всегда должен быть якорь. Вот. Это логика такая, да? Ладно, сейчас будет, по-моему, выпад мид от Шайна с ВП. Крики жесткие идут тем временем. Футбол в Киев Киберспорт-арене, друзья. Ненавижу я, когда так происходит. Не, футбол... Отличная игра, хорошая, нравится, интересно. Но когда кричат фанаты, это просто сумасшествие. Так, Слэма, не знаешь каких-нибудь в КС в Казахстане стримеров более-менее известных? Нет, к сожалению, не знаю. Но я не знаю, в чем проблема. Просто вы берете, находите кого-то из К23, там, бывших игроков, даете им денег и говорите, вы комментируете, берете техническую часть на себя, настраиваете, и вот вам толковый, нормальный комментатор. Как бы, в чем проблема? В чем проблема, друзья? Это же интересно. Так, что-то никто из Na'Vi не стримили CSGO уже несколько дней. Они на буткемпе тренятся. Ну, скорее всего, играют. По отдельности много играют. Играют, тренируются даже, возможно. Потому что им играть Star Ladder как-никак вот, на следующей неделе уже. И у них будет очень-очень много игр. Придется отжигать.
придется отжигать. Ну, радовать фанатов им как минимум придется. Но я думаю, с армией фанатов эти ребята, в принципе, почувствуют вашу поддержку и начнут зажигать. Так, здесь выход на Б-плент. МКЕ принимает с катушек. Минус один есть, забирает дочь. Сейчас будет моментальный размен. И Кирилл Карасев ставит хедшот. Адром проходит и занимает церковь. 3 в 4 ситуации. Выбивание от французов. Но если оно будет, то они очень сильно сглупят. Тут бы, конечно, засейвить было бы как вариант. Ну, вот видите, пошли и по одному начинают топать просто падать. Вот именно, кто не помнит, буквально на днях французы играли с командой ESC Gaming, и вот именно такие же ошибки они допускали. Они не принимали правильных решений. Когда надо было уйти на сейв, они шли выбивать. Когда можно было пойти спокойно выбить, они делали сейвы. Вот здесь то же самое получается. По-моему, это немножечко странная такая штучка. От Байкей. Какая-то у них там антилогика, я не знаю, но. Может быть, пофиксит свою игру. Ладно, по деньгам что у нас? Французы должны играть были эко, хотя там вполне мог кто-то себе позволить девайс. Это же французы, они любят себе не отказывать. Ну, вот тут КЛА есть. Кольт на руках. Фамасы, флешки. Атака, кстати, играет бесподжигательно. Без молотого, это радует. Вот он пошел. Простенчик Темки. Простенчик упора, простенчик захода. Вот такие звуки можно слышать здесь, когда кто-то кого-то пытается прострелить. Ну и, по-моему, это выход команды Virtus.pro. Непонятно пока куда. Ну, попытались наработать контакты. Опять же, вначале подготовить какие-то ближние позиции для них. Удобные. Как видим, кучер уже полез. Полез в форточку, залез в форточку. А в доме никого нет. Оп, холодильник. Надо было прочекать холодильник, попить молочка, похавать что-то. Ну и будет открываться на двадцатку. Его два тиммейта в этот момент проходят на коврах вместе с бомбой. Увидели там игрока. Кучер пробрасывать будет первое 15, со второго медла тоже полетит, скорее всего, флешка либо дым. И тайминг 40 на 41 секунде начинается раскидка, моменталка ложится на 20, еще одна флешка пошла на ковры. Ковры открываются первыми, друзья, и экшен начинается в плинте. Шайн, НПК дают по фрагу с точки, все в дыму. Опасная ситуация, надо убирать, как большие пески. Выходит, Адрон зажимает, не справляется с стрельбой. И французы с минимальными потерями, с минимальной потерей в лице одного персонажа с ником Шайн берут этот раунд. 3-4, вот Virtus.pro подготовили очень-очень неплохо свой заход, но от французов явно ожидали, видимо, они большей какой-то агрессии. Но французы тоже грамотно сыграли, почувствовав, что тут готовится тайминговый выход и дым флеш 15. Они решили просто взять, отойти в плент, не палиться на коврах, не разыгрывать агрессивно, а просто безопасно встать и отжать в дым. Ну и там немножечко повезло с коврами. Ковры, на самом деле, под флеш кучера должны были падать, они не упали, там был чувак в песках. Ну вот, опять же, позиция на песках, она здесь такая. Вот если, например, опа, кучер хороший хедшот. Тут такая позиция, на самом деле, если, к примеру, тут вот в 1.6 версии, выходя на пески, вы могли их здесь все вообще в говно забросать, как бы, да, выйти и убить белого парня, то тут, как бы, чувак может нормально мансоваться, как бы, за этой вот бетонной пристройкой и не ощущать вообще соперника. А здесь тем временем Virtus.pro показывают волю богатырскую. То есть вот не убивает большие пески. Опять эти большие пески на этот раз от пике. Еще становится 4-4. Потихонечку французы начинают устраивать кратковременный перехват инициативы. Ну да ладно, давайте посмотрим на full bite Virtus.pro. Надеюсь, что найдут они применение молотова в этом раунде. Такс. ВП. Игра с ямы. Выход мид, НПК. И НПК просто прочекал, увидел яму, зашел на второй мид моментально и пошел аркадить ковры. Вот это, конечно, риск. Ну и сразу, естественно, его здесь сладкого. Голубцы какие! Пошли от Байкей. Вдвоем заходят на ковры, падают от доси. Фокс казнит КЛИ, видит мид, но на миде кучер не оставляет ему никаких шансов при перестрелке 1 на 1. Тем более при поддержке тиммейтов уверенности было у парня просто гора. Ну и чё? Забирают ника на, тоже без шансов, остается МК последний, который пытается зайти в спину, его пытается отрезать лавка, это Адрон, но пингсто не позволяет здесь Адрону грамотно открыть прицел в сторону МКЕ. Ну и МКЕ последний, 1 в 3, его здесь должны вот забирать были на двадцатке, но все пошло не по сценарию Ангел. Ангел падает, опять же, отметка выходшот француза. МКЕ идет тащить, сразу начинает простреливать тюрьму, тюрьма пустая. Влетает флеш на сигарету, понимает он, что кто-то, скорее всего, есть в пункте. Заходит в точку, видит малая попытка дать деф, кучер заходит на точку и хедшот от Эмиля. 5-4, друзья, в пользу Virtus.pro. Колобах-балабах, ошибочная аркада от французов в начале раунда, в принципе, и порешала здесь. Ну, просто вдвоем зашли, не дали размен, не ожидали, что Доси сыграет на укрепление. Разобрали-то на ура. 5-4, раунд преимущества за Virtus.pro.
Сейчас праздник, на самом деле, для российской команды, хотя российской ее не назвать. Я вот завтра постараюсь запилить файлы CSGO, флажок России, Украины, Казахстан. А лучше вообще, знаете, флаг СССР команде Virtus.pro ставить, потому что... Опачки. Флаг СССР, кстати, он же вроде есть. Я просто не помню его код. Вот если я вспомню код флага СССР, все будет круче. Так, ну можно проверить на самом деле. Аркон, МП, Тим... Флаг 2. Вот так вроде бы. Нет. Нет этого флага здесь, к сожалению. Ну, совет Union Domain был такой. И непонятно, кому он достался, но в итоге можно было, в принципе, его туда запилить. Ну, в идеале, конечно, это переход на логотипы, друзья. Полный переход на логотип с флажками участников. Так. Я в Оренбурге живу, в Оренбургской области живу. Тут и казахов больше, чем в Казахстане. Вот это жесть. Но это же хорошо, это же неплохо. Ну а тут прием МК на Б-плинте. Дося играет про размен на него, еще минусует вдобавок Ника. Дарит он практически команде Virtus.pro целый раунд. До ситуации 4 в 3 они разменялись, отспрейлись. И вот французы снова не идут на сейф. Не, ну это, конечно, респект. Видимо, надеется на Шайна. Он у них один из основных парней, судя по последним матчам. Пытается отцепить вот здесь за болотом соперника. Минус Дося есть. Игра против Б3. Вот 3 берста не туда залетают. Но 2 в 2 ситуацию вводит. НПК, Брейд Фокс, Ангел 1 на 1. И... Ой, Ангел! Какой Шайн все-таки красавчик. Вы видели? Догнать Карася. Операция догнать Карася только что от него была. Забрал он Кирилла Карасева. При том, что не самым лучшим образом. 5-5. Ну, вот на морозе. Просто на морозе французы взяли раунд. Просто по всем, не знаю, критериям они должны были делать сейф. Они взяли, пошли и выбили этот раунд. Ну, как так? Ладно, 5-5, друзья. Байкей, тем не менее, они сыграли, кстати, с французами, с поляками в ничью. Так что эти парни явно крепкие. Тем более, что уровень поляков сейчас, я думаю, подпрыгнул очень-очень неплохо. Но на DreamHack, опять же, мы увидим, кто конкурент у НИП. Потому что все приписывали это, в принципе, команде Very Games такую возможность. Но Very Games, к сожалению, для них сегодня отхватили от НИПов 16-6. Но, наверное, может быть, что-то готовят плотно. Под DreamHack, опять же, DreamHack начнется, друзья, 23 числа, если я не ошибаюсь. И весь DreamHack мы с Тафой прокомментируем для вас. Но я точно буду, может, Юра Страйк подключится. Ну а здесь пока что снова серия фрагов от Virtus.pro на апленте с разменом от NPK, который пытается дать третий фраг, но ему этого сделать не дадут. Кучер просто спокойно, без приключений, уходит с бомбой на B-плент, спокойно поставит. А вот Кирилл Карасев уже обошел здесь своего оппонента, и сейчас будет супер минус. С ножа, карай, с ножа, пожалуйста, давай. Ну, Кирюшка, ну что ж ты обламываешь меня? Господи, NPK взрывает. Вот опять эта французская логика. Да пойду-ка я выбивать эту бомбу. Еще и флешку дал на хелп такую нормальную. Смотрите, сейчас еще даст флешку в фленд, пойдет и задефит бомбу на морозе. Неужели со сейф... Нет, он понял, что с ним хотят постреляться. Ему уже здесь просто чисто вот мужское достоинство не дает... Не дает засейвить этот девайс. Вот хочет он экшена, хочет крови, хочет мести за своих тиммейтов. Ну, на прощание надо было его, конечно, добить здесь, Virtus.pro, чтобы все было вообще сладко, но дали уйти. Тоже нормально. 6-5, друзья, взорванная бомба, кучера MVP. И давайте посмотрим на статистику за 11 раундов, друзья. Так, 14-8 идет NPK у французов. Но мы это видели. Шайн, в принципе, тоже неплохо сыграл. Одной MVP взял. Это как раз тот раунд, когда он на Б разыграл практически в одно лицо. В один девайс фактически он там сотворил судьбу раунда. У Virtus.pro же кучер входит сейчас на место фраг-лидера, но не особо у него все гладко. Но вот против эко-раунда может еще кого-то поднастреливает. Вообще, по КД ребята идут фактически в ноль, что Virtus.pro... что французы есть догоняющие игроки, которые выполняют вторые роли, второстепенные роли в командах. И явных лидеров пока что нет. Ну вот, кроме французского товарища NPK, который достаточно суров. 14-9 его стата, 3 MVP. Ну и что, французы, по-моему, озадачили Virtus.pro. Пострелялись на дуге, пострелялись на медле. Ну, давайте посмотрим за Шайном, в принципе, как он разыграет, потому что у него, именно у него сейчас будет крайне напряженный момент. Он видит дым двадцатку, он выходит в ковры, видит парня. Ну, второй раз уже на спрей он открываться не будет, просто отойдет, естественно. Здесь ему невыгодно выходить в любом случае. И вот, ну, тут открылись Virtus.pro вовремя с 15, и тут такие два парня. Оп, сюрприз.
Сюрприз из России, с Украины и из Казахстана тоже. Не то чтобы перехитрили, но сыграли 15 степом, и это озадачило французов. Но я опасался, что здесь может быть жесткий прием. Давайте посмотрим вот на этот труп, как он упал. Не, ну реалистично, я бы сказал, очень даже. Кстати, вы заметили, что когда чувак обычно умирает, на нем не остается очков. А глаза у него смотрят... Не знаю куда. Красивый вид. Ладно. Хватит дурачиться. Seriously, seriously! Terrorist win. И такой тык-тык-тык-тык-тык-тык. Не, нормально, нормально, МКЕ. Нормально, хорош. Мог еще второй хедшот сделать. Забрал кучера. Вот так вот в догоночку. Счет становится 7-5 в пользу Virtus.pro. Два раунда преимущества есть. Экономическая ситуация у байкей крайне тяжелая. У них, по-моему, кто-то балуется иногда на эко-раундах с девайсами. Берет их зачем-то и не реализовывает. От этого ситуация с деньгами крайне печальная. Еще один эко им светит. Но вот если на этом эко-раунде они ничего интересного не покажут, то это уже явно первая половина за Virtus.pro. А половина в атаке, это очень-очень хороший результат. И МХО. Ну вот Дося понял, что здесь не запрыгнет, надо пробежать. Хотя запрыгнуть там можно. Так, ну что, звено из трех игроков, второй мидл плюс ковры, два игрока на дуге, а ангел в качестве ключевого и основного демейдж дилера тут выступает. Открылся первый, пытался открыть бэфленд. Ну вот не пытался, теперь уже точно открыл. Отвернулся и аккуратненько отошел. Ну и дефенс его пытается зааркадить. Ника! Какой хедшот на стрифе хороший. Подтягивается Шайн. Возможно, сейчас французы будут пушить дугу. Давайте посмотрим на подсадку от НПК. В итоге его, посмотрите, не прочекали. Ой, 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 как... Как французы просто неуклюже с подсадок играют. Вот если меня память не изменяет, в матче против ESC Gaming байкей подсаживались несколько раз на этот балкон. И ни разу с этого балкона... Фраг не заходил никому. Вот это был жесть. Так. Слэм. Будет что-нибудь креативное к Новому году. Ну, я надеюсь, что мы запишем какое-нибудь креативное поздравление с Новым годом для всех геймеров стран Содружества. Стран СССР. И, может быть, оно будет очень прикольное. Да, друзья, на самом деле работы просто очень-очень много. Вот сейчас Star серия, Star Ladder, да, Asus параллельно проходит. И... Два ивента по факту на Ланевке в Киберспорт арене будут. Сначала будет Asus по 1.6, потом Star Ladder и Star Series, разумеется. По Counter-Strike, Global Offensive дисциплине и по Dota 2. То есть, ну, вот ожидается абсурдный лан. Вообще, все самое сладкое, опять же, в декабре, под конец, под Новый год, вы сможете увидеть настоящее шоу. И действительно, это будут битвы лучших команд, потому что в CSGO такая ситуация. Вот я считаю, что не пы зря, не знаю, там... Не уломали гидрайты поучаствовать в Star Ladder, а потом сделать что-то. Потому что я думаю, если бы не поучаствовали в Star Ladder, то здесь уже как минимум пара-тройки команд. Ну, я уже просто вижу, что пара-тройки команд здесь уже готовы к ним, как бы, да, они готовы с ними как минимум сыграть на уровне, а там уже посмотрим, что будет. Тут пока размена, минус 20, размен с ковров. На, занимает позицию Адра, неудачно на дефолте. Сверху упал, как видим, в коврах Фокс. Но это такой более плановый раунд, разбирать его даже не хочется. Вот. Вот если бы НПК были на Star Ladder, кстати, они будут на Star Ladder, скорее всего, со следующего сезона. И там-то посмотрим, что произойдет. Просто здесь DreamHack, как бы, как один из крупных ивентов в Европе. Star Ladder, Star серия финала, да. И после нее уже начнется интересный замес в CSGO. В Dota 2 там уже давно, по-моему, как action, action, action. Ну вот если... Если в CSGO зайдет, то все будет круто. По крайней мере, 128 команд уже зарегистрировалось на аматорскую серию. Также есть резерв, и я считаю, что игре комьюнити дает шанс, просто не все. Не, ну те ребята, которые, конечно, слизывают там с других, типа, кто-нибудь напишет, что CSGO у него еще не все его поддержат, там, да, конечно, они считают себя крутыми, бравыми парнями, но мы-то знаем, что неплохая игруля. И движ по ней будет жесткий. Вот аматорку интересно будет посмотреть, я на нее так и не зарегался. Не хватило нам разглядяем времени. А тут 5-3 ситуация, игра против Библы. Есть плунте игрок. Ой, прострелом ангел забрал неплохо последнего парня. НПК забрали опять же на перекрестном огне. Но это раунд ЗВП, при том, что изи. Опять же, французы сыграли 3 плановых девайсных раунда. То есть тупо под позицией 3-2, 3А, 2Б. Без каких-либо аркад с дуги как-то скучно. Они действуют. Вот я надеюсь, Virtus.pro может нам покажут что-то реально сверхъестественное. Что МКС? Три дула в тебя смотрят. Да, забирают. 9-6, друзья. Ну что, хорошая половина, по-моему, между этими командами. И достаточно
на результат поработали Virtus.pro хорошо. Вот за это респект. Не каждая команда такое вытворяет. Ну что, а я жду начала второй половины. Ну и вот она. Статистика, кстати, на ваших экранах. 12 на 10 прошел Кучер после первой половины. Неплохо. 4 MVP. Это говорит уже о многом. Ну, а у французов 18 на 12 NPK. Единственный, кто реально поотстрелил команду Virtus.pro из всего состава. Остальные все сыграли в минус. Ну и давайте смотреть за первой пистолеткой. Здесь 5B от Франции. Это дело все, в принципе, видели. Вот он, диглад Кучера пошел. Все просто. Просто надо было убивать. Дал кучу демеджа. Коли минус. Адрен забирает Ника. И Байкей прорывает, тем не менее, бэпленд, и ситуации 3 в 1, энд Кей отрезал ангела в аркаде через мид, и как-то Virtus.pro, не рассчитывали, наверное, сейчас на такой экшен. Вот Доси очень упорно здесь дотыкал Б3, забрал он пике и наказал, но тот все равно становится MVP раунда, друзья, и счет становится 9-7. Но это означает только то, что у Байкей в атаке что-то будет, и пара тузов в рукаве у них есть, но они это будут показывать на девайсных раундах, естественно. Так, Слэм, где? В Ярославле живешь. Ну, я сейчас живу в Киеве, а в Ярославле я в Дядькове. Знаешь, такой есть райончик Дядьково. Вот там. Там, где Липовая гора, район, микрорайон Сокол, куча пацанов с семками, жигой и в строгих ботинках и спортивных штанах. Такой вот райончик веселый. Ладно, ну а мы пока что перейдем плавно обратно к матчу все-таки. Не мог я не ответить на этот вопрос, если честно. Не мог я его проигнорировать. Так, ну вот тут вот Ника, по-моему, что-то чешется у него. Чешется, чешется и никак не может зачесаться. Так вы... Я же просто упаду на француза. Флешку киньте и выйдите. Займите вы уже эти ребра. О да, просто. Самое интересное, друзья, то, что вот чувак с подсадки, он же ангел, да? Он сейчас дождется вот своего друга. Оп, он понял, что здесь на посадке кто-то есть, открывается, но, к сожалению, посмотрел на мид, на миде был Адрен, здесь что-то по инфе они сыграли как-то некреативно, а могли сыграть намного лучше. Но зато Адрену подарили Галил, и он, естественно, будет его сейчас сейвить на коврах. Так, о, ввели в CSGO, что когда в лицо попадает, то прицел вверх задирается. Ну да, конечно, то есть если в 1.6, я же говорю, что такими темпами игра просто станет, да, она станет похожа и на 1.6, и немножечко на Source. Как бы... Просто не все поняли, что надо отнестись к пониманиям как компании Valve, которая делает эту игру, и понять простую вещь. Они хотят как лучше, а вы своим срачем не даете никакого конструктива разработчикам. И после этого начинается дикий-дикий экшен. Вот. Но сейчас мне игра на самом деле очень нравится, если честно, вот на данной стадии. Да она многим игрокам нравится, если честно. Просто ее еще пофиксят много-много раз. И какой будет конечный продукт, пока непонятно. Ясно только то, что у Valve на нее тоже есть большие планы, и это нас радует. Ладно, что, Virtus.pro 8-9. Ну, вот на эко-раунде сыграли очень внятно, в принципе, поубивали французов, красиво разыграли мид. Французы, конечно, жесткую тупку устроили на центре. Они могли дать реально просто одну флешку, вот она бы упала где-нибудь вот тут, вот эта вот флешка, да, и они бы где-нибудь здесь в воздухе, да, и они бы вышли и зарешали сразу эту позицию. Вверх бы они убили точно, здесь еще не знаю, но там парень бы отходил от бледного. Ну, может быть, ангела бы здесь успели снять. Ну, кстати, обратите внимание, никто из игроков атаки не посмотрел на подсадку, несмотря ни на что. А то тебя сейчас ребята из Брагиной пятерки смотрят. Ну, привет, пятерки! Там вот пятерка, такой райончик в Ярославле. Там много любителей. Паблика, братиш. Так, ну а тут готовится врыв на бэпленд. Плотный от Байкей. Тут Фокс дает моменталочку на кафель. Опа! Ну вот пытается открыться. Надо, надо добить Сережа. Да, ставит хедшот. И тут уже врывается Адрен. Бешено просто сносит НПК голову. КЛИ их всех разменял, но 2 в 3 ситуацию сделали. Если ангел сейчас постарается и попадет по кому-то, то все будет окей. Ну вот, забревают здесь Кирилла. Как видим, Кучер, правда, все равно дает размен. Французы просто терпят на этом эко. И вот хедшот мог сделать Кучер, но он-то, конечно, не знал, что там есть игрок атаки. И бомбу не поставили французы. Ну вот, на 9-9 им с горем пополам, в принципе, сейчас удается выйти. Смотрим на Кучера. Ставится бомба, ставится она на упор, при том, что под прикрытием с катушек от Ника 9-9. Но опять же, с горем пополам. Ну и статистика перед первым девайсным раундом, друзья. 13 на 13 Кучер фраг-лидер команды Virtus.pro. 12 на 12 Доси. Вообще вровень они идут. Явно французы их напрягают. Но я думаю, что сейчас ситуация может поменяться, и ВП смогут одержать победу над этой командой. Вообще, на мой взгляд, Байкей послабже, чем ВП. Ну, то есть, вот
много косяков есть у Байкей, да, например, опять же, как игра через мид. Они там выходят, и такое ощущение, что играет без инфы. Вот против ESN. Ой, Тося! Минус 2. На размен выходит ангел. Еще минус 2 от Virtus Pro. Ну просто анал-карнавал для Байкей. Все, что я могу сказать про эту встречу. Извиняюсь за свой французский, но играют французы, и с этим ничего не поделать. Ну, тут пошел карать от пике, открывается настрой, от сигареты, Кучерво увольняет, счет становится 9-10, друзья, в пользу Virtus.pro, раунд преимущества выигрывает команда из России, Украины и Казахстана, и это хорошо. Давайте посмотрим на экономику у Байки. Нет, тут нормально с экономикой, только что-то пошли в дроп пистолеты, и один эко решают они сыграть. Ну, 11-9 будет, если на экраунде не возьмут, ничего. У Virtus.pro 2Б. При том, что Б интересно смотрит Адерн Фокс. Вот, я считаю, что Дося с Фоксом играли бы хорошо в связке, но, видимо, для этой карты свои планы у Virtus.pro. Вообще, будем разбирать. Будем разбирать, спрашивать, кто где играет. Вот Ангел как-то божьим чудом здесь забрал НПК. Компьютеры в Киев Киберспорт-арене позволяют ему это сделать. Это радует. Это радует. Ну и чек медла здесь будет продолжаться. 20-15, естественно. Флешечка падает. Готовы принять ковры на коврах. Экшена опять-таки нету. Так, закрытая флешка. С закрытой позиции падает на мид. Там у нас Эмиль уже развлекается с Ника. Убивает его. Идет дальше в пуш. Нужна еще одна флеш. Просто крайне-крайне срочно для того, чтобы открыть мид. Там как раз два тела на втором медле. И вот он, Шайн, просыпается с дигла. Минус Кучер. Любопытные варвари на базаре нос оторвали. В данном случае просто любопытному Кучеру зарядили с дигла в голову. Давайте смотреть, что будут делать дальше байки. Открываются на 15, их ждет библиотека. Вот с пиплы надо уходить, и клы ставят хедшот. Адерн, по-моему, не успел сосредоточиться и нормально разыграть. И посмотрите, что делают французы. Они просто ломбой, французы. Ну, вместо того, чтобы пойти на 20, покачать кого-то, вы взяли и побежали на бэп-ленд. Где вас ждет Сергей Столяров, который, или Столяров, он же Фокс, который совершенно спокойно просто берет, убирает первого МКЕ. Минус от Ангела, конечно же. Который запер 15. Ну и счет становится 9-11. Респект французам за сообразительность, но опять же реализовать они не смогли свои задумки. Сейчас должен быть бай у французского коллектива. И вот тут вот наступает адский момент для Virtus.pro. Тема в том, что Virtus.pro по экономике ситуация тоже не крайне хорошая. Денег подкопил только Ангел, и они уйдут в дроп, если кто-то упадет. И задача сыграть с минимальными потерями. Кучер, центр, дымчик, центра, мид пуш нету. И французы занимают также мид, оставляют Шайна, проходят на дугу. На дуге агрессии, опять же, от команды Virtus.pro нету. Ну вот, видимо, после первой пистолетки они решили больше никогда не аркадить эту дугу. Но Адрен здесь сейчас может неплохо поджечь. Да-да-да, гори, Франция, да, там четыре тела просто встали на дуге и такие, не пойдем, он суровый. А тем временем футбол в Киевке, Киберспорт-арене продолжается, и жесткие крики. Так, моменталочка на двадцатку. Двадцатка, как мы видим, у нас, в принципе, такая бесхозная осталась. Вообще, вот на этой карте удобнее смотреть, кто где находится. Сделали бы нам такую 3D Vision. Интересная линия у Virtus.pro вырисовывается. Так, выход от Адерна в аркаду и без результата. Ну как, результат в пользу Байкей. Но он там дал демейджа очень-очень много двум игрокам. И вот сразу, как видим, граната от Кучера, в принципе, исправляет смерть Адерна быстро. Пуш! Кучер! Хорошая реакция. Так, сдерживает атаку на церковь в этот момент Фокс в паре. Как раз-таки пара Адерна на начало раунда. Ну и по факту все французов здесь приняли. Осталось только вот добить Шайна, уйти от гранат Фоксу. Ой-ой-ой, Байкей, минус 3. Ну что ж, я опять накаркал, зачем я это сказал? И одна граната от Шайна, один стрейф решил. Ну вот пытается тут как-то, видите, сыграть в отстрел Дося. Он знает, что его, скорее всего, ждут справа. И чувак стоит как раз-таки прямо за балкой. Вот Дося здесь не рекомендуется вообще никак открываться. Но его задача, вот он знает, что в тупке есть парень. Шайн начинает потихоньку выходить из церкви. Доси начинает про него забывать. Ну и Шайн просто может поставить здесь хедшот. Да, это будет хедшот от Шайна. Минус 4 в раунде. И он опять из-под выперта каким-то божьим чудом затащил. Virtus.pro, соберитесь, пожалуйста. Хватит микромоменты проигрывать. Может, к Новому году сделайте подарок? Пусть стрим комментирует Снегурочка вместе со Славом. Ты серьезно думаешь, что со мной хоть одна женщина на этой планете сядет и нормально откомментирует матч? Ты думаешь, я не пойду и не покажу ей сразу же свой прострел? Как бы... Тогда этот стрим будет only 21+, вот серьезно, если будет Снегурочка. Ладно. Смотрим на французов, которые бешено прорвали 15, открывающие МПК, минус Кучер, минус Фокс, это Бэпленд и...
Виртусам надо сейвить. Они это прекрасно понимают. Но этот раунд им уже просто не взять, тупо физически. Хотя, тут есть Адрен на Б. Нет, только один фраг. Только один фраг. Вот единственное, что мог здесь сделать Адрен, это убить двоих человек. И тогда можно было бы как-то поджать французов, не знаю, на КТ-респе, но этого тоже не произошло. И 11-10 для Virtus.pro пока. Последняя хорошая новость в этом раунде. Ну, предстоит им, конечно, здесь еще сделать. Вот этот вот красавчик, смотрите, прошел. Сейчас этот красавчик зайдет в спину к Ангелу. Ну, я не знаю, но вот как так получается, что французы играют вот из-под выперда. Почему он пошел по левой стенке, а не по правой, когда весь мир ходит по правой стенке, чтобы не открыть... А, ну потому что это сейф, и никого нет в пленте, это логично. Хотя, если бы кто-то стоял в пленте, что бы было? Это жесть. Это жесть, друзья. Продолжаем смотреть матч. 11-11, и расклады совсем нехорошие для Virtus.pro. Девайс засейвил только Доси, и французы сейчас будут играть, опять же, на врыв, на выход вперед. Что болельщиков команды Virtus.pro не устраивает, как минимум. Ну, придется проявить волюшку, что ли, собрать всю силу в кулак и вложиться в next раунде. Хотя, может, сейчас произойдет какое-то чудо, знаете, такое тоже часто бывает. Очень-очень часто. Так, пошла аркада. От Ангела на второй мид. Ну вот у него есть здесь шанс на самом деле убить парня. Он пока что прочекал упор, попытается медленно открыться. Опа, там на мосту уже есть чувак, и один хп у Ангела остается моментально. Бикей добивает, МК минус Адрен. Экшен по Б плунтом, господа. Заканчивается в пользу Байкей. Ну и Виртуса втроем растянуты по факту по карте. Пытаются за счет Доси укрепить Б-плент. Это, кстати, неплохая попытка. Но французы уже, по-моему, твердо решили, что будут действовать в сторону Эмиля. Ой, Кучер начекал всех на миде. Нужна стяжка. Кучер ждет счастья. И заходит НПК. Приносит несчастье. Минус Кучер. Но это 12-11, я думаю, в пользу Байке, если ниндзя дефьюза нам не устроит Дося. Но Доси с Фоксом могут сейчас, несмотря на сейф, сыграть очень результативно. Могут хотя бы подстреливать кого-то. Вот в Досе я не сомневаюсь. Он чувствует, где... где, кто и когда. И вот сейчас, если сменит позицию, может потерпеть. Ой-ой-ой, топнуло, его услышали. Зря, зря. Даешь стрим с кем-нибудь из DotTeam, обязательно позову Убика, друзья. Вот, по-моему... по-моему, это стоящий кадр, он может много интересного поведать. Между прочим, это тот чувак, который, опять же, вот с первичными навыками в CSGO познакомил меня. Именно он. В DotTeam остается только верить. Вообще, у ребят такая ситуация. Я надеюсь, что их кто-то просто пригласит в организацию вступить. Это как раньше вступали в партию, но здесь нужно вступить в организацию. Надеюсь, что организация будет нормальная. И я все еще не понимаю, почему у них на спинах вот эта монтировка. Что они... это что, дефьюз такой? Если это... нет, дефьюзы, стоп, дефьюзы выглядят аккуратно. Так, а тут молотов в центр готовится и медленно играет через центр французов. Плюс дуга, Адрен на Б дал одну гранату, которая нанесла демейджа неплохо вот этому вот парню. И демейджа было, в принципе, достаточно. Еще бы десяточку и минус 50 было. Смотрите, французы как открывают Б-плент. Но молотов, по-моему, пойдет по таймингу. У Virtus.pro готовится аркада на мидл. Но если они там Шайна сейчас по... вот, вот дым пройдет, запрут Шайна, то все будет окей. Вообще стяжку пора бы уже играть. Адрен! Отличный чек дуги. Инфа, флеш влетает, сразу дуга не выходит. Падает Фокс. Адрену надо одному отдуваться за всю... за своего тиммейта. Я не знаю, получится у него это сделать или нет. Да, минус один дает. Пытается отстрелиться по пленту, делает стрейф направо, но тут уже три игрока на точке, благодаря тому, что на этой карте можно запрыгнуть с кафеля совершенно спокойно на катушке. Ситуация 3 в 4. Виртусам надо здесь изрядно хорошенько постараться, чтобы убить этот плент. Но выбивание прямое будет точно, если только начнется оно успешно. Пока я жду каких-то жестких действий. Так, Дося минус Кэлла и Ника ждет на себя. Вот тот момент истинный. И нужно на размен. Да, Кучер вот дает 2-2, падает в дыму Ангел. Дося, Кучер! Эх! Ну что такое? Ну что такое? Опять невнимательность. Вот проигрывают реально ВП сейчас на микромоментах. Вот имхо. Стреляют они жестче французов. Хелпа по таймингу, даже если посмотреть, приходит ровнее, чем у французов. В атаке играли просто вообще великолепно. А тут вот что-то произошло и не чекают правые и левые углы. Ну, видимо, еще вот не научились они. Не научились они контролировать себя в таких ситуациях. Но опять же, проиграли реально на микромоменте. Вот лишний размен был как раз таки в церкви, когда чувака справа не прочекали. Ну что, здесь выход Б и Адрен Фокс. Минус 2, отлично. Вот. Не дать 14-й раунд французам. Главная задача Virtus.pro. И пока с ней ребятки немножечко...
Ну вот их пошатнули неплохо, но они на 3-2 разменялись, в принципе, тоже хорошо. И здесь, посмотрите, бомба Б идет, будет выбивание. Так, Б3, НБК, великолепная стрельба, 1 в 2. Кучер с ангелом, 2. Вдвоем должны были действовать парно, но вот он увидел катушки, словил флешку, спрятался за Б3. Его, в принципе, нужно ждать, пошел Дэв бомбы. Прячется НБК, его с двух сторон пытаются запереть. И Кучер это делает, слава богу, можно перекреститься, господи. Слава богу, взяли они этот раунд. Я думал, этого не произойдет. Я думал, сейчас французы опять зайдут на бой, опять что-то... Все, я буду молчать. Я буду хвалить французов теперь. Какие они молодцы. Помогает команде Virtus.pro брать раунды. Как ни крутить. Тем временем вылез в Steam-группе ивент. Друзья, извиняюсь, но матч Rush 3D Alternate игрался параллельно сегодня. Ну, не могли ребята отыграть просто чуть попозже. Бывает и такое. Мы, тем более, не можем заставлять так команды, конечно, удерживаться. Фигово, конечно, что в Москве пока совсем не няшная, но... Буду надеяться, что все будет четко. Ну, именно со временем, друзья. Именно вот плюс 3 от сета, это сложно. 13-12 ВП пытаются тащить. Байкей, в принципе, сейчас, наверное, да, уверены в том, что их преимущество может помочь им выиграть. У нас уже, как видим, зааркадил ангел неплохо сейчас на второй мид. Но если здесь откуда он куда-то... Ну, вот он сейчас думает, что, скорее всего, там все на дуге, но не спешит. Не спешит он принимать каких-то поспешных выводов. Медленно хотел пойти в дом, но передумал сразу. Опять-таки, французы атаковали все раунды практически очень-очень быстро. И если выбирали Б, то шли на Б. И здесь сейчас вот аркада от Адра на дугу. Минус Б есть. Байке сейчас пойдет туда запирать дырку. Опять же, упор, потому что был уже подготовлен по факту. И у ВП играется стяжка под А. Но расклад в том, что никого нет на медле, как бы, да. И на Б останутся 3 игрока у Virtus.pro тусоваться в любом случае. Потому что есть вот этот парень, он же ангел, который дает инфу по миду. Если сейчас он... Ну, он не видит сейчас стяжкий мид. Главное здесь сейчас на тайминг не профукать и ждать. Да-да-да, ждет. Сейчас он увидит заход. Вот он, заход. ВП, Шейн минус ангел. Это инфа через по миду. И тут уже Дося занимает позицию на планте. Будет играть одну из ключевых ролей, между прочим. При отбивании, правда, его обошли в спину. И это интересно. Опа, первый пошел, второй сразу разменял. Ну вот нужна хелпа, Шайн минус Адренс, Глок. И что такое? Врыв, фазум. И дадут уйти, о боже мой. С двумя хп дали уйти на 15. Но тем не менее, Фокс зааркадил с Б, дал минус. И плент плюс большие пески у атаки. Ника минус 20, падает Фокс. И куча неприятностей. Хьюстон, у нас проблема. Ну вот русский фильм. Здесь и начинается. Окей, конечно, не особо-то и фаворит турнира. Но почему-то на 13... На 14-12 вводят счет. Вот на 13-м раунде что-то их спохватило сыграть на ура. Хотя вся ситуация, как вы могли заметить, была в пользу Virtus.pro. Но предусмотрительность у Байкей сработала. Вот Шайн играет очень внимательно. Опять же, я выделял их и НПК. Шайн вон вообще вышел в топ сейчас по очкам. 68 очков у него уже. Есть 62 очка у НПК. И... Остальные парни 51, 39, 32. Ну вот 32, 39, 40 это... Скажем, такой дефолт. Так что ничего страшного. Ну, я в любом случае буду весь этот сезон болеть за ВП вместе с вами, болеть за команды с СНГ. Я бы, например, очень сильно хотел увидеть Virtus.pro на LAN-финалах Star-серии. Просто мне было бы, например, приятно. Да и вам тоже, я думаю. Вот увидеть Na'Vi Virtus.pro и каких-нибудь, не знаю, ESC плюс... Кого еще хотелось бы посмотреть. Ну вот из буржуев, я думаю, что финны хафтсты были бы, наверное, нормальными парнями. Я бы еще сказал FM Toxic, но они ливнули. Оп-оп-оп-оп, какой тут слабкий мидл. Демейджа раздает, ангел очень-очень много. Попадает, правда, он по НПК всего лишь на 30 с лишним хп, но это одна пуля с дигла в тело. И французы, по-моему, готовят либо проход 15. Нет, они оставляют на 15, а ВП пропрыгивает Фокс, спешит помочь своим тиммейтам. Зря, вот потерял он много хп. Опять же, на этом молотове здесь беспардонно уже Байкей занимает апленд. При том, что минуя каким-то чудом двадцатку, Дося поздно спохватился, минус дал 2 в 2. И если большие... от большие пески он не заметил. Все, но это сейчас будет печальный расклад. Нет, увидели МКЕ, отлично. Но он сумеет спрятаться. Опять же, вот этот имбастолб здесь работает. И тут еще два игрока вообще с одной. Ну, в перекрестный огонь идут Virtus.pro. Минус дает ЛАИ, пистолет и оп. Ну вот надо манцеваться. Ну а от Адрена не убежишь. Адрен за диглом казнит. Дефузов, кстати, нету. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Ну и мрачная музыка перед матчпоинтом. 15-12, друзья, французы в одну секунду успевают взять этот раунд. И МХО, я считаю, что счет не по игре. Вот я считаю, что Virtus Pro все равно команда сильнее, чем YK. Даже несмотря на то, что тебя так активно стреляют. Ну, процесс времени. Это дело времени. Вот опять же, процесс уже запущен, время идет. Ой-ой-ой, дымовая плотная завеса. Игра на Б-плент, при том, что против укрепления Б-плента и с разменами КЛИ и НПК открывает Б. Попытаются, видимо, сейчас ребята из команды YK быстренько взять 16 раунд. Но не тут-то было. Приходит Кирилл Карасев и уничтожает первого. Адрен минус. Также 2 в 3. Разворотку играют французы. Посмотрите, апленд пустой. Туда сейчас просто вот так вот забегут ребята. Поставят бомбу на дефолт. И вот эти позиции могут также закрыть. Но все зависит опять же от смекалки. Смотрим на МКЕ. МКЕ чекает. Так, Ника проходит с бомбой. Ну, вот на точке есть один кучер с диглом, его минусует МКЕ, инфа для Virtus.pro, но это, возможно, и 16-12, не знаю, если сейчас Адрен, конечно, Сакане не раздаст. Но ему бы подождать Ангела, но Ангел слишком далеко, реально, здесь уже надо начинать прессинговать потихонечку атаку, чтобы они себя не чувствовали. Как дома, Ангел заходит на двадцатку, граната в плент, очень успешная могла бы быть граната, но вот врасплох застает в МКЕ, ну и Ангела последнего Байкей просто стригут на двадцатке. 16-12, друзья, Virtus.pro и Байкей, еще раз составы на ваших экранах. Финальный счет, я считаю, что очень-очень неплохой для ВП. Несмотря на поражение, ребята старались, показали себя на все 100%, я думаю, что в дальнейшем нам от них ожидать побед придется как минимум. Я думаю, они понимают, что пора бы начинать уже выигрывать. Ну а команде YK можно выразить только тоже респект за красивую игру. Последний матч против ESC они сыграли 15-15. Также проиграли своим соотечественникам из команды Jazz, они же X-Millennium. С разгромным, с более разгромным счетом, никак тут. Но вот этот матч для них, в принципе, не показатели МХО. Ну, конечно, вот сейчас уже ставки не посмотреть, соотношение, кто на кого ставил, но я на самом деле не думал, что YK сыграют настолько жестко и проявят себя на все 100%. Я думал, что ситуация будет немножечко получше для Virtus.pro. Я ожидал от YK более слабой игры, но опять же, проигрывали Virtus.pro, я считаю, именно в микромоментах. Опять же, вот выбивание в одном из ключевых раундов Б-плента, когда Доси вышел, сделал минус парня, который отвлекал на себя внимание, но не посмотрел на угол слева. Теперь он уже точно туда будет смотреть. Несколько раундов разыгрывали на Б, минуя Б3, вообще туда не смотрели. Опять же, чувак там решал. Ну и в индивидуальном плане у французов был НПК, который в нескольких моментах реально очень-очень жестко удивил своих оппонентов из российской команды. Вернее, из СНГ команды, если быть точным. Ну ладно, аналитикой будем заниматься, наверное, уже в другой раз. Я вернусь через несколько минут с вами чуть-чуть поболтать, пока небольшая рекламная пауза. И после нее мы уже узнаем, что будем смотреть завтра и в течение этой недели.